Сейчас в Тамбовской области функционируют 23 центра соцобслуживания и 9 стационарных учреждений. И во время пандемии работа их сотрудников особенно ценна. У меня рискует жизнь сейчас на самом деле. Мы находимся на войне, мы воюем с коронавирусом. И на передовой они, потому что им нужно прийти к своему подопечному, прийти не единожды, а может быть больше, чем раньше, и улыбаться, хотя, возможно, и поводов для этого не так много, и стараться не принести что-то, то есть задумываясь о своем состоянии здоровья, наверняка они думают о своих подопечных. В нашем центре на постоянной основе трудится 23 социальных работника. Здесь очень много направлений, и в год приблизительно более 8 тысяч людей получают здесь разную помощь и разную поддержку, которая им необходима. В центре предусмотрены различные развивающие кружки для детей, консультации для их родителей, занятия для активных пенсионеров и многое другое. Сотрудников учреждения отметили благодарственными письмами от главы города.